Ну что, ребят, продолжается у нас программа «Тема» в эфире телеканала РУ-ТВ. Обещанные гости так-то. Впервые на РУ-ТВ, на телеканале РУ-ТВ. Я зомбирую. Группа Combat Cars. Девчонки. Всем привет. Отрепетированный крик. Группа. Итак, давайте знакомиться. Крис, Сане, правильно? Сирена и Джерри. Вот так, ребята, все. Мы они смотрели, чтобы я правильно произнес их имена. Потому что... Но тем не менее, девчонки, во-первых, здравствуйте, рада вас видеть. Привет. Большое спасибо, что пришли. Хотелось бы у вас спросить, я так понимаю, что вы занимались танцами все, правильно? Да. И в какой момент и у кого из вас, в чьей светлой голове, мысль «давайте петь»? Кто был этот человек? Да, на самом деле, мы, в принципе, все с детства занимались и тем, и другим. Мы вообще такие творческие люди, хватаем все, что нам интересно. И, ну, просто, возможно, мы уделяли танцам больше, чуть больше времени, вот, и просто захотели расти, пойти дальше, свои мечты воплощать, и поэтому... Это всегда была наша мечта, да. Поэтому мы... Воплощаем свою мечту. Да. Но просто в какой момент вы поняли, что ваша мечта — это не сольное пение, а объединиться вот всем таким коллективом непосредственно? Был ли человек, который вам это сказал, либо вы сами в какой-то момент просто написалась песня? Как произошел момент слияния, что четыре девчонки, давайте раскрасимся в разные цвета и споем песню? Ну, кстати, не специально. Да, на самом деле мы не раскрашивались. Мы такие были. Просто у мамы была акварель. Да, мы реально, мы родились. Я же Ариэль, вышла из воды. Понятно. Да, ну, я на самом деле всегда танцевала, и мне нравились многие женские коллективы, там, Spice Girls и такое, и мне всегда хотелось вот такую вот команду, чтобы вот были такие девчонки, драйвовые, энергетически офигенские, и, наверное, звезды так сложились, мы очень долго друг друга искали, и вот мы нашлись. Потому что мы реально очень круто совпали, то есть все, звезды сошлись, и вот мы... А искали, вы специально искали, либо вы просто Нет, ментально искали? Нет, мы не искали, это все случайно. Как пазлы, все, да. Это судьба. Ага, понятно. Хорошо, название тоже достаточно неожиданное, это очень военное название, Combat Cars, да? Правильно, почему так, почему для девчонок? Ну, потому что у нас такая энергетика, мы боевые, почему боевые машинки? Потому что мы активные очень, мы как механизм, мы постоянно вот такие трррррр с нами просто... почему не танчики? А ты сейчас, кстати, поймешь, в конце программы ты от нас даже немножко устанешь. Потому да что мы, да, мы вот такие балушные. Как говорит ваш пиар-директор, я выносливый. Итак, ребятушки, давайте так, запримерим клип на телеканале РУ-ТВ, который называется «Тает», группа Combat Cars. Итак, ребята, премьера на телеканале РУ-ТВ, официально запремьерили Combat Cars, песня называется «Тает». Слезы счастья на наших глазах. Мы утерли. Девчонки, я, во-первых, поздравляю, это правда большая премьера. Спасибо. Круто спели, отличная работа, хорошо. Поете, что немаловажно. Да, я сейчас я буду плакать вместе с вами. Это другая передача, там Малахов. Жди меня. Да. Туда после. Ребят, смотрите, девчонки, вернее, про клип. Кто снимали, как, где снимали, кто режиссер, давайте хвастайтесь всем, потому что действительно очень хорошая работа. Кто песню собирал, сводил, кто писал из вас, в общем, рассказывайте непосредственно про вашу работу. Поехали. Мы делаем все вместе, прикладываем к этому руку, во все запускаем свои ручишки. Вот, и у нас есть много друзей, которые вместе нам помогают. Вместе как? То есть песня вами написана? Ну, она написана совместными силами, да, с нашими друзьями. Друзьями. Есть очень много людей, которые нам помогают. Понятно. Которых мы притягиваем, да, у нас классная команда. Вот, клип, режиссер клипа Оксана Шурочкина. Круто, так. Да. Вот, и снимали мы клип 3 дня. Очень было много всяких интересных моментов. Например, когда меня мы снимали в лесу, то есть за день до этого мы пошли искать локации, где там снимать, у какого дерева, вот где я стою, там еще. А потом, когда мы никаких пометок не поставили, просто сфоткали, когда мы пошли туда на следующий день, мы очень долго искали это... А деревья-то одинаковые. Это дерево. Мы очень долго искали это дерево, которое я обнимала. И слава богу, нашли. Слушай, а всякие урбанистические там пейзажи есть, это вы где вы их нашли? Это тоже где-то рядом с Москвой, правильно? Ага. А вы не узнали? Дело в том, я метро дальше Химок не выезжал. Там снималась Сонет. Ага, понятно. Да. Там на крыше мы снимались. На крыше самое жесткое. Как мы туда поднимались, это вот у нас есть один человек. Высоты, я очень боюсь высоты. Мы еще поднимались на таком лифте, да, как он называется? Ну, строительный лифт, потому что, да, дом еще не достроен. Девочки, вон туда мы должны забраться все-таки. Да. Я позеленела просто, вот так вот инструкцию читала, как в лифте там ехать. У тебя был очень одухотворенный вид, на самом деле это сыграло в плюс. Нет, я потом... Девчонки, смотрите, прежде чем я перейду к сложностям в клипе, давайте...
давайте поздравим режиссера, у которого был совсем не так давно день рождения, 21 августа, Оксана Шурочкина. Да, Оксана, с днем рождения! Днем рождения! Выбегает Михаил Богомолов, который тоже дарит подарки Оксане Шурочкиной прямо сейчас. Миша, все в общем, мы любим. Девчонки, смотрите, если возвращаться к съемкам, да, вот вас четыре девчонки, правильно? Вот вы, пока даже мы вас здесь усадили, это определенное количество времени. У кого-то рабочая сторона, у кого-то там еще что-то, у кого-то так. Как вчетвером сниматься? Вас специально поэтому снимали в основном по отдельности, чтобы потом легче было собирать? Нет, на самом деле нет. Просто хотелось раскрыть, наверное, каждого, да. И локации находятся, все находились в разных местах Москвы, одна даже в Красногорске, поэтому... И не было какого-то дедлайна, поэтому... Да, и на самом деле у нас очень классная команда, да, снимать было очень классно, так комфортно, вообще это клево, когда люди нужные, да, офигенно. То есть при съемках клипа у вас не было дедлайна никакого? Нет, нет, мы просто кайфовали. И мы, кстати, снимали, когда был чемпионат мира, и когда мы снимали Санет, там есть такой кадр, когда идут люди, она должна была стоять, петь, и там все лезли в этот кадр, ненормативно. Лексика и вот такие, да, вещи. Офигенно, братан. Было очень красиво. Офигенно, братан, это значит хороший клип. Ну так-то, ребят, прямой эфир у нас продолжается. Девчонки из группы Combat Cars все стараются показать нам шпагат. Говорят, что они умеют. Ну а тем временем Нюша у нас была в эфире телеканала РУ-ТВ. Кстати, девчонки, кто-то из вас же был в балете у Нюши, правильно? Ты была. Да. Вот так-то все у нас завязано. Я почувствовал. В этом клипе меня не было. Дым. Видели дым? Я углядел. Красть, это красненькие, да, потому что красненькие волосы сирены. Итак, девчонки, смотрите, женский коллектив, я, собственно, был в коллективе вообще, я знаю, что это достаточно проблематичное занятие, когда собираются личности. В женском коллективе, мне кажется, это вдвойне и втройне сложнее вообще уживаться, ну, какие-то бытовые слова. Вы ездили на гастроли или нет еще? Нет, были нет, ли у вас нет. гастроли? Мы надеемся поехать. Мы уже очень хотим. Уже чемоданы собраны, уже все. Гастроли! Где моя плойка? Вот, собственно, под этим лозунгом будет сниматься следующий влог. Девчонки, вообще, ссоры, вы вообще давно вместе работали? Вы же искали... Мы вместе давно, ссоры, конечно же, бывают не без этого. Ну, не такие, но, знаете, у нас у каждого, конечно, свои какие-то, но мы, тем не менее, мы как-то, мы вот как вспыльчивы, так и быстро отходчивы. Вот просто бац, и все, мы уже обнимаемся, уже там слезы или еще что-то. Ну и ссор конкретных у нас не было, так какие-то мелкие, это все девичьи дела. Погавкали друг на друга. Слушай, ну девичьи дела бывают иногда очень серьезные, потому что за девичьи дела бывают крепкие. Нет, знаете, если бы у нас были такие серьезные девичьи дела, мы бы вместе не собрались. Ну да. Потому что, ну, мы настолько вот чувствительны, чувствуем друг друга, и если бы один из участников там был недоволен бы другим, мне кажется, мы просто не были вместе. Слушай, а если у вас человек, который на себя берет больше ответственности? Потому что это тоже очень часто происходит, когда человек начинает на себя даже или сознательно, или бессознательно, ну, концентрировать определенное влияние на других людей. Есть ли у вас такой человек? Лидер его называют, либо как угодно. Ну, есть сейчас один майор, генерал. У нее татуировки погон. Да, его не видно. Ну, я просто маленький генерал, да, я просто очень ответственный. Такой четкий человек. Знаете, очень круто, что вот в ней сочетается, как вот она нам как друг, вот реально настоящий, так и, как сказать, ответственный, да, то есть мы и дружим, и в то же время мы не переходим какие-то, да. То есть мы у нас, в принципе, со всеми так, девочки, уважаем, друг друга, да. Бьет ли она вас? Да, то меня есть, бьет. Есть ли насилие? Вот все синяки. Я, знаете, когда ее бью, когда я говорю, не сутулься. Это было больно. Легкое женское насилие всегда на пользу рейтингам и на телеканале РУ-ТВ. Я заговорился, пока девчонки избивают друг друга. Телеканал РУ-ТВ продолжает свое вещание. Заряжали девчонку воду. Девчонки воду покопил Стас Михайлов. Собственно, и теперь заряженная группа Combat Cars у нас в эфире на телеканале РУ-ТВ. Программа «Тема». Мы, кстати, отвечаем, мало того, что мы запримерили клип, который называется «Тайм», мы сейчас поотвечаем на вопросы телезрителей. Вот такая у нас супер рубрика. Девчонки, смотрите, ну, во-первых, поздравляю вас с яркой премьерой. Спасибо! Понравилось людям, это очень хорошо. Кто чаще всего опаздывает, спрашивает? Самый непунктуальный товарищ. Ты не будем показывать. Да. Ну, то есть, это ты будешь человек, который проспит вылет во Владивосток. Да, у меня причем был однажды случай, когда я приехала в аэропорт за 3 часа до вылета. И вы не поверите, я опоздала на самолет. И дело не в том, что я как бы просыпаю. Просто я думаю, что у меня всегда много времени, да. И потом я начинаю одеваться, потом переодеваться, потом опаздывать. Ну, короче, это, конечно, да.
Верить в лучшее тоже неплохо. Смотри, по поводу волнения спрашивают. Вы выступали на больших сценах или нет? Да, выступали. И как вам все это дело понравилось? Ли не в танцевальном амплуа, я имею в виду, а вот выходите. Нам это очень понравилось. Мы просто в такой эйфории. Нам говорят все время, что, девочки, вас как будто из клетки выпустили. Потому что мы просто на все бросаемся, нам все так нравится, мы это все вдыхаем, и нам всегда мало. Да, мы всегда хотим. Первый раз вообще мы просто... Что-то было просто. Мы заметили, как будто моргнули, и все. И нас, уже... Я еще помню, нас вели на сцену, нас вели, а мы там, идем, прошли мимо, потом нас искали, девочки, вы куда ушли? Слушайте, а смотрите, а вы готовы тоже, я не знаю, были у вас корпораты или не было, что помимо больших сцен бывают и такие нюансы, когда вы выступаете, а люди сидят и доедают ветчину. Понимаете? Нет, вот как вы к такому будете реагировать? У нас пока не было корпоратов, звоните! Мой номер работает. Ешьте ветчину под нас, говорит группа Combat Cars. Итак, продолжается наш прямой эфир на телеканале РУ-ТВ. Группа Combat Cars у нас прямо сейчас здесь. Четыре талантливые девчонки. Помимо цвета волос, собственно, отличается у них и талант, потому что я знаю, что Крис рисует комиксы. Правильно? Да, я очень люблю. Это мое самое, наверное, ценное. Потому что я увлекаюсь японской культурой. И у меня есть желание даже нарисовать комикс для нас. Вот это круто. Вы кстати, увидите. Вы почти как героини комикса можете сойти. Мы, кстати, идем к этому. Ты песни пишешь? Да. Да? Ты для коллектива тоже, собственно, помогаешь. Ты и музыку, и слова пишешь. Ну, да. Можно так сказать. Можно так сказать. Можно сказать, что это музыка, слова. Сирена, ты ставишь, собственно, танцы, да? Ты, как мы определили, с погонами. Да. Это мы хорошо. Маш, Джерри, вернее. А то меня тут поправляют. Я очень... Ну, я тоже пишу текста, песни, а также я люблю сноуборд, экстрим, это вообще мое. Круто. Я обожаю кататься. Что не любим мы? Пытаются нас приобщить, но мы пока девушки боятся. Мы не такие экстремалы, мы трусишки. Ну, сноуборд не так страшно, поэтому попробуйте. Смотрите, продолжают присылать нам вопросы. Спрашивают ребята, поете ли вы только вживую? Конечно. А теперь внимание. Конечно. Хватит. Мы еще и танцуем вживую. Мне сейчас нужно набраться слюней, секунду. Можно? Это, ладно. Шучу. 3, 4. Танцуй, как Джексон. Пеней, как чистый Джеймсон. Ведь ты же смог меня, как музыка навсегда зажечь и дать огня, дать огня. Вот так, ребята, аплодисменты, группа Combat Cars. Правда, очень круто. Собственно говоря, олимпийский не за горами. Репетиция у вас где-то есть вообще? У вас есть какие-то базы, где вы собираетесь? А вот знаете, у меня, если честно, прям даже в браслетике, если можно приблизить, написано название нашей школы. Нет, нельзя, да? Написано «Станция Свободы». Ага, «Станция Свободы». Вот, у нас есть школа, это наша база, мы делаем там все. Мы записываем там песни, танцуем, репетируем, живем, ночуем, спим. Едим. Там есть музыкальная школа, и там есть студия звукозаписи. То есть, заходя на эту станцию, будьте аккуратны, потому что вы можете споткнуться о спящую Санет. Да, да, да. Еще один вопрос спрашивает Сирена и Джерри. Вы сестры? А это мы не скажем. А пусть это будет интрига. Пусть это будет интрига. Да, вот все гадают. И, кстати, еще Кристину тоже к нам причисляют. Понятно, она Санет маленькая, да? Тебя не взяли в семью, тебя, да? Она усестрила всех. У нее просто не такие узкие глаза. Понятно. Санет в роли подкидыша. Да, узкие глаза. Но это любимый подкидыш. Одна из фишек группы Combat Cars. Итак, девчонки, в принципе, вопросы у нас подошли к концу. Спасибо вам большое за то, что вы у нас сегодня были. Спасибо. Давайте спасибо. Нам было очень приятно. Очень классно. Сейчас расплачемся. Нет, пожалуйста, не начинай. Зовите доктора. Ребят, приходите, правда, очень приятно с вами. Очень большая и сильная энергетика.